Друзья, доброго времени. Хотел бы поделиться словом сегодня, чтобы вы поразмышляли, нашли время. Это числа, 22 глава, и с 27 по 29 стих. Вы просто можете прочитать это, посмотреть. И там уникальная история, когда Валаам, то есть он идет, и он едет, правильнее сказать, на своей ослице, и ослица не идет, то есть он идет не в непонятном направлении, хотя с одной стороны он верующий человек, с другой стороны он молился и вопрошал Бога, идти ему или не идти. Другими словами, он искал его водительство, и вот вдруг ослица перестает идти, он начинает бить ее. Ослица начинает разговаривать человеческим голосом, он говорит, ну... Если бы, говорит, у меня был сейчас меч, я бы тебя вообще убил. Он начинает разговаривать. То есть, что я вижу в этой ситуации, друзья? Очень часто, как Писание показывает нам, Бог, Он направляет шествием верующего человека, христианина, когда мы хотим этого, когда мы желаем. Но здесь даже ослица, она начинает разговаривать с ним человеческим голосом, а он не в состоянии вместить этого. Он начинает бить ее, он начинает разговаривать с ней. Вот так же и мы часто, люди, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, вместо того, чтобы пересмотреть ход своей жизни, пересмотреть какие-то свои поступки, мы начинаем наоборот идти напролом, может быть, кого-то бить, может быть, с кем-то ругаться, даже с теми, с кем мы никогда не ругались. Вот я точно знаю, что я сегодня обращаюсь к кому-то из вас, и я хотел бы, чтобы вы посмотрели на те обстоятельства, в которых вы сегодня находитесь. И я верю, что у Бога есть выход, у Бога есть Его план, не тот план, которым вы хотите идти, а Его план, в котором Он хочет вас вести и направлять, и исполнять свою волю. Пусть Бог благословит каждого из вас, ваши дома и ваши семьи во имя Иисуса. Аминь.